Уже в течение 13 лет представители общественной организации «Белая Русь» День независимости республики поздравляют женщин, которые родили своих малышей именно 3 июля. В честь знаменательной даты представители депутатского корпуса совместно с участниками общественного объединения «Белая Русь» подарили женщинам, которые совсем недавно стали мамами. Кто-то многодетный, а кто-то в первый раз, подарки, которые включают в себя все то, что так нужно малышу в первые дни. Ежегодно, читать на протяжении уже 13 лет, поздравляем, чествуем мам с их, наверное, самым главным праздником в их жизни, рождением ребенка. Вот, а конкретно про рождение ребенка, День независимости, самый главный государственный праздник в нашей стране. Порядка с 2009 года мы поздравили, по статистике уже, около 300 рожениц. Хорошо, что в нашей стране созданы все условия для того, чтобы женщины могли спокойно рожать и потом спокойно реализовать все свои планы в отношении своих новорожденных, потому что у нас в стране можно потом развиваться и двигаться по тем направлениям, по которым они наметили. Иногда так кажется, что вот так вот просто, но если вот задуматься и посмотреть, вот не было бы роддома, не было бы той же поликлиники, не было. То есть государство несет очень много функций таких, которые они уже стали привычными для нашего народа. И дай бог, чтобы это и дальше продолжалось. В День республики в Бресте на свет появилось 15 маленьких граждан страны. В числе тех, для кого 3 июля отныне станет двойным праздником, Татьяна Давидович, которая родила мальчика и стала многодетной мамой. Это очень здорово. Третий ребенок – это более осознанное такое материнство. Вот. Это праздник, огромный праздник для всех. Ну, еще и в такой день. Это надо умудриться, чтобы родить праздник. И столько внимания. Очень приятно, что это мальчик. Что вот будет настоящий гражданин Республики Беларусь. Свой подарок и искреннее поздравление в честь важного события от организации «Белая Русь» получила каждая семья. Акции такие приятные. Мы сидим тут грустненькие, все плачут. И тут такое мероприятие. Ну и вообще сам праздник, конечно, было интересно родить такой день, потому что всегда будет красный и всегда будет фейерверк. Дети – это счастье всегда, а его много не бывает. За первое полугодие 2022 года в Брестском роддоме родилось 2337 малышей, 1228 мальчишек и 1109 девочек. Также первые 6 месяцев подарили Бресту 36 двойняшек. Я хочу, самое главное, пожелать, чтобы те люди, те дети, которые родились, чтобы они были здоровы, конечно, чтобы они жили под мирным небом. Ну, а мамам и папам, чтобы они стали многодетными семьями, чтобы они на День независимости хоть еще пару раз посетили роддом. Александр Богданович, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.